Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим курицу. Называется гармошка из курицы. Для нашей гармошки нам понадобится филе. Сначала мы его замаринуем. Когда мы его замаринуем, мы поставим на 30 минут в холодильник, чтобы наша курица пропиталась специями. Значит, возьмем курицу. Посыпем ее черным молотым перцем. Посыпем ее солью. И приправы для курицы, какие у вас есть, такие тоже можете посыпать курочку нашу. 2 столовые ложки сметаны. 100 грамм сыра, 2 зубочка чеснока, 2 красных помидора. Мы замариновали нашу курицу. Еще нам придется туда положить чесночка. Отправим на 30 минут в холодильник. Нарежем кусочками наш сыр. Нарежем кружочками помидор. Теперь мы возьмем форму для запекания, возьмем куриное филе, сделаем надрезы. То же самое сделаем надрезы. В каждый надрез положим сыр. Положим кусочек помидорки. Мы немножечко оливковым маслом покроем сметаной. Thank you.
180 градусов на 35 минут. Дорогие мои друзья, мы приготовили с вами курочку, гармошку,